Вас приветствует Алена Ариас. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию внизу под этим видео. А сейчас узнайте, девочки, ваш ли это путь. На личных консультациях я иногда действительно выясняю и вижу, что девочка находится не на своем месте, не на своем пути. Так давайте сейчас же посмотрим, на своем ли вы пути, или же вас ждет что-то лучшее, и должны вы быть в другом месте, да? Но я хочу сказать по десятке жезлов, что нет, хорошие мои, не на своем вы пути. Не ваш это путь, то есть вам нужно принять какое-то решение для того, чтобы вернуться именно на свой путь и решиться начать что-то новое. Что же вас ждет в будущем, если вы все-таки решитесь на перемены? Ждет вас удача и успех. То есть ваш путь – это путь, связанный с удачей и успехом. А вот, но не сразу вы на этот путь вернетесь, говорит старший аркан повешенный. Все-таки нужно решение, то есть подготовка, да, нужно решение, решиться начать что-то новое. То есть реально повернуть свою жизнь в сторону счастья. И начать это счастье строить. Так что желаю вам все-таки повернуть свою жизнь именно в сторону счастья, в сторону счастливого будущего. Самое главное принять решение. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И начать что-то новое в вашей жизни. Для кого-то это может быть переезд. Для кого-то это может быть начало какого-то дела или нового бизнеса. А для кого-то это может быть начало отношений или вступление в брак. В общем, подумайте, что такое вы должны решиться на что-то, да? Решиться начать и пойти именно, или, да, повернуть в сторону своего счастливого, успешного пути.